Как дают? Так дают бесплатно. По слову Богу. Вы читали? Да, не читаю я. Читаете? Не верю. А это наш сайт православный. Истине один на вас. Телефон, у нас детский лагерь. Да я Барнаул был, я был. Слава Богу. В храм-то ходите? Конечно, хожу. Сегодня знаете, какой праздник? Сегодня Масленица. Сегодня прощенное воскресенье. Масленица, последний день. Вот, начинается. Вам Евангелие не надо бесплатно в подарок? Бесплатно Евангелие. Это книга об Иисусе Христе. Только надо крестное знамение совершать правильно. На лоб, на чрево. На лоб, на чрево, право. На правое плечо и на левое. А не прежнему маханию бесы радуются, так говорят святые отцы. То есть, если вы креститесь, то да. Вот так вот, да. И чтобы не перевернутый, не вот так вот, а ниже, чтобы крест был вот такой, а не вот такой. Вот так. Нет, я про крестное знамение. Ну, там-то крестик-то нательный, ну. Нательный, простой там, нательный да. Такой же. Вот. Ну и краситься, знаете, что грех-то? Ну, косметика. Да, святые отцы, это... Да ну ладно. Одно что ну, ладно. Даже... Ну, кого вы хотите обмануть-то? Да ну я с людьми же работаю, ничего же я буду красиво жить. Ну и что, Бог вам дал красоту-то, Бог. А вы что, подправить творение Божие хотите, что ли? Да куда же еще крашу? Ну, как нельзя, но он вас сотворил такой, какой вы есть. А вы говорите, Бог, ты мне какой-то не такой сотворил. Я не сильно хорошо. Да сильно или не сильно, ну. Ну, это тоже грех, да? Писание говорит, да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, не жемчуга, не нарядность в одежде, но сокровенный дух и сердце человека. Сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит, да. Мужу перечите? Мне нет мужа, я очень нравится. Вдова. Вот мы тоже сегодня как раз говорили, что не сестра, то вдова. Рано мужики помирают. Почему? Потому что жить не хотят. Жить не хотят. Не радуются жизни, понимаете? Я тут живу с дочерью, с дядей, мы двое внуков. Дядь тоже, извините, вот, естественно, это бред. Такой, такая сволочь. Ну и не говорите. Ну а что же, где же у дочки-то глаза-то были, когда она его выбирала того? Был нормальный, и работал. Был нормальный, женился, а сейчас, стал ненормальным. А сейчас двоих народили, а мы работать не хотим. Ну, да. Это грех, да. Когда работать не хотим. Ну, а как же? Поэтому... А что, не работает? Дома сидит, жена его кормит, или тёща? Я. А зачем вы потакаете? Перекройте ему все эти кислороды. Ну, да ну как? Вы ему потворствуете. Маме, то мама пенсию получит под пенсию, то папа пенсию получит. Так вы сами виноваты. Вот взять сволочь не работает, а сами деньги ему даете. Так вы не даете. Я не даю. Я не даю. Я не даю. А я говорю, кто его кормит? Его родители дают. Я кормлю внуков. Моя девушка. Еще написано, вот женщина, которая носит мужскую одежду, мерзость перед Богом. Ни один мужчина, вот ни одного в юбке не вижу. Ну, все женщины, меня. Все в брюки забиты. Я стою где-то тарту, ну, я же не буду в юбке стоять. Так, ну, штаны, а сверху юбку. И все, и свет потеплее будет. Длинную юбку вашу. Естественно. Прям в 90-м году все как одна переоделись. Мужские штаны залезли. Да после работы я не ношу как штаны. Как самой-то как-то, я не знаю. Ни один алкаш, бомж, юбку не заставишь, он из-за какую бутылку надеть.
потому что мерзость, он это чувствует, но внутренне не понимает. У вас как будто все это отшибло. Это моя рабочая одежда, понимаете? Естественно, когда... Вы поймите, перед Богом это мерзость. Написано, женщина. Это рабочая одежда. Ну вот перед Богом мерзавка появляется. Вы как в этом понятие не можете? Бессознательно. Женщина, а что, одеваешься, ну как я могу еще вот сверху тону всю? А как цыганки? Ни одна цыганка в штанах. Все работают. Цыганки. Ни одна мусульманка в штанах не надеет. Все работают. Это колонки. Я не один же длинный гипс. А что? Да? Ну, одень ты не длинный, ниже колена. Да ну, ребят. Как она будет сейчас? Ну, это, да, дело не в том. Если я Богу верую, то я верую. А в чем я одета? Вот это-то и показывает, что вы не до конца веруете. Да ну, прям. Да, вот и верность ваша кончилась на этом. Да ну, прям. Серьезно говорю. Правда. Ну, так написано. Ветхий Завет. Второзаконие, 20 глава. 22, 5. 22 глава, 5 стих. Женщина, это рабочая одежда. Ну, она мужская. Штаны мужская. Женщина, надевайте рабочую юбку. Все. Погрязнее, работайте. Ладно, с праздником вас. Здоровья, а вот 23 февраля еще, День защитников Отечества. А вот Христос, он никогда нигде не учил защищать Отечество. Когда он пришел на землю, его родственники, евреи, они были под игом. И он нигде не призывал, давайте создадим оранжевую революцию, свергнем эту власть. А евреи-то, которые его распяли, они в нем увидели этого царя, который сейчас вот придет, как вот Порошенко возьмет коктейли Молотова, да, раздаст нам, и мы свергнем все. А он нет, он говорит, мое царство не от мира сего. И он нигде не учил Отечество защищать. Отечество наше одно на небесах. Отче наш, сущий на небесах. Там наше Отечество. Мы туда должны стремиться, на небо. А то, что там здесь наше, Россию защищать. Вот сейчас пойдут на нас, допустим, войной. Христос как учил? Он не учил, возьмите автомат и защищайте. Нет, говорит, гонит вас в одном городе, бегите в другой. Городов много на земле, бегайте. Он сам, как только родился, и издали указ побить всех младенцев. И его отец, и Иосиф взял его матерь Марию, они побежали в Египет. Он еще с такого возраста, сам Бог, Творец Вселенной, бегал от людей. Великий беглец. И нас так учил. Не надо, не воздавайте злом на зло. Любите врагов ваших, он учил. Правильно. Молитесь за гонящих вас, проклинающих вас. Я понимаю, что никогда не надо... Вот. А мы, отмечая День защитника Отечества, мы тем самым говорим, вы молодцы, которые убиваете, защищая Отечество. Нет, убивать не надо. Убивать не надо. А как защищать еще? Как защищать? Дубинками резиновыми. Вон защищали беркутовцы резиновыми дубинками, а они их огнем жгли на Украине. И что они там защищали? Да это вообще, про Украину. А что про Украину? А то и у нас, чем мы лучше-то? То же самое ждет равно, у нас. Ну, Украина это репетиция была. Сейчас, думаете? Да больше, чем уверен. Да ну. Им Украина постольку поскольку, им Россия нужна. Россия всем нужна. Такие нет, недра, до такие до богатства. Нас такой не и все. Сейчас куда ни посмотри, везде все торгуют. Мало кто производит. Производит китайцы. А им жить негде. Никто сможет на это посмотреть. Ну, у нас китайцев нет, да. Ну что, дай бог, так? Это не китайский товар. А вообще правильно вы говорите. А им жить негде, они один на другом живут. Да. Почему? Они аборты не делают. У нас все кровью залито. А почему тогда вот у нас поля стоят? Поля стоят, да. Господи. Все было засеяно, все же это у нас. А сейчас такие... везде пусто. Не дают людям работу. Все заводы закрывались. Причина такая. Забыли Бога. Отучили молиться, отучили трудиться. Вы знаете, вот были бы заводы, я бы здесь стояла. Вот. Да. Я бы на заводе работала. Да. Да. Господи. Я техник-технолог по образованию. И я технолог. Стою вот здесь вот торгую. Уже 13 лет. Ну не на этом месте, на Кучаево тогда вот это было. Но это мне надо. Ну от безысходности, конечно. Да? Ну да. И... мне вот через год на пенсию, а куда? Меня уже никуда не берут на производство. Я приходила сколько искала. Да. Ну, извините, пожалуйста, это самое. По возрасту какой-то.
сейчас технички, да. И то где-то 25 лет этих господи, полыни, голову, и то. Да. Ну, читайте Евангелие. Ну, вот есть у меня, да. Да, мы еще занятия проводим по изучению Библии, преподавание святых отцов. В среду и в пятницу, 2 часа. Позвоните, придете, и будем беседовать на духовную тему. Душа будет ваша наполняться, возрождаться. И вы от всех грехов будете освобождаться сейчас. И Бог даст, увидимся в раю. Спасибо. Видишь, находятся люди жаждущие. Это просто... Да, пойду, извините, пожалуйста. А что он спрашивал? Что это такое? Евангелие. Ну, бывает. Меня папочка читает. Я говорю, ну, не сигарет, только выпросить. То есть не захотел выбросить? Ну как, держит сигарету, ой, я слышал, маски. Это нужно как-то... Иди гуляй. Все, мы все здесь. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Мы сразу... Все, блядь, вы тоже... Все, что ты как делал, а? Ну, ты иди. Я услышал, что я... Это не про тебя говорю. Все про тебя. Иди, гуляй. Да не права. Гуляй, вон, видишь, снимаешь. Вон, видишь, здоровайся. Поздоровайся. Поздоровайся. Подставь, ударюга, блядь, ебаная, блядь. Святая Русь, когда была святая?